Всех приветствую, мои дорогие. Хочу вам показать свои покупки из магазинов «Подружка», которые были мной сделаны на той и на этой неделе. И начну я вот с таких носочков. Как вы видите, достались они мне за 15 рублей. Они были не только в таком варианте, были еще в горошек, еще какие-то. И я не первый раз в скидочных корзинах вижу подобные носочки. И в этот раз решила взять, посмотреть, как они по качеству. Что из себя представляют. Вот такая здесь информация. И либо сама попробую, либо старшей дочке отдам. Давайте посмотрим. Я, конечно, допускаю мысль, что они одноразовые. Ну, то есть на один раз поносить. Вот так они выглядят. Пока не очень понятно, как они будут на ноге смотреться. Ну, в любом случае, знаете, за 15 рублей попробовать, не понравится, выкинул и больше не приобретаешь. Дальше покажу. Взяла очередной чехол. Это у нас идет чехол на 5 iPhone. У меня такие чехлы подходят и на мою модель 5S, и на SE. И периодически мне хочется чего-то новенького, и я приобретаю новый чехол. На самом деле чехлов был огромный выбор. Были и за 50 рублей, и за 100 рублей много. Ну вот я выбрала тот, который мне показался наиболее оригинальным, симпатичным. Я люблю подобные вот чехольчики, где что-нибудь плавает, переливается, пересыпается. Давайте я достану его, покажу вам. Вот так он выглядит. На мой взгляд, интересно выглядит. Немного празднично. И знаете, как такой антистресс-залипалка. Я не знаю, слышно вам или нет, но даже здесь такой шорох интересный. Слышите, с таким как вот характерным звуком фигурки эти опускаются. Я надеюсь, что вам слышно, просто на самом деле за окнами очень шумно. Вот такой чехольчик. Также приобрела я вот такой мат для очищения кистей. Насколько я помню, это у нас была лимитированная серия. Если вы помните, я из этой серии покупала зеркальца, там в крышке такие блесточки переливались. И одно время эти маты были по желтому ценнику, по-моему, по 123 или по 129 рублей. И вот в тот четверг ушли в корзины по 69. Но вы знаете, я и на этой неделе их видела в корзинах. Давайте покажу информацию. Как вы видите, изначально 299 рублей стоили. Вот такая здесь у нас информация. У меня есть, скажем так, приспособление для очищения кистей. Но здесь мне показалось, сейчас я извиняюсь за шум, достану, покажу вам поближе. Здесь мне показалась интересной вот сама форма в виде такого бриллианта или алмаза. И мне понравилось, что здесь есть такие присоски. То есть вы можете вот к раковине прям прилепить и чистить кисти. Вот так выглядят. За 300 рублей я бы, конечно, не стала бы приобретать. Но за 69 рублей почему бы не взять. Дальше покажу вам. Также за 69 рублей достался мне праймер от Catrice из предыдущей лимитированной серии. Я так понимаю, что это праймер с подсвечивающим эффектом. Вот такая здесь информация. И как вы видите, что мне еще понравилось, что здесь 15 миллилитров. То есть не такой прям огромный объем. Как раз вот попользоваться и не надоест. И при этом можно полностью и оценить, распробовать средства и полностью его использовать.
Это средство мне попалось вот в предыдущий четверг. Хотя они в корзины ушли недели две назад, эта серия. Также мне достались два корейских крема. Этот мне вот с ароматом дыни на той неделе достался. С ароматом ягод достался на этой неделе. И каждый крем обошелся в 50 рублей, как вы видите. Корейские крема мне нравятся. Здесь у нас 60 грамм небольшой объем. Изначально они, мне кажется, рублей 200 стоили или около того. Вот такая здесь информация. Как вы видите, сроки годности все хорошие. Хорошие такие кремики. И потом буду с удовольствием пользоваться. На этой неделе в корзинах увидела вот такие спонжи. Как вы видите, изначально стоил 349 рублей. Я взяла за 69. В корзине я на самом деле видела 3 таких спонжа. Хотела парочку сначала взять, но, знаете, потом один обратно положила. Решила, что, ну, не так часто я все-таки использую спонжи, поэтому, ну, смысла набирать для меня нет. Такая информация. Ну, и мне про дизайн понравился, что вот он в виде, как вот видите, как бриллиантик сделан. Также досталось мне кисть для консилера. Их было много и на той неделе. Они, по-моему, на той неделе в корзину ушли. И на этой неделе я тоже видела в корзинах подобные кисти. Изначально 169 рублей стоило. Это вот, видите, кисть для консилера. Вот такая информация. Ну, кисти, я считаю, никогда лишними не будут. И вчера вот в корзинах увидела еще вот такие веерные кисти. Тоже их там было несколько. И я решила приобрести. Изначально стоило 249 рублей. Вот интересно, под этой наклеечкой какая цена. Я взяла из корзины по 69 рублей. Сегодня я, например, видела в корзине пилочки от Морис, по-моему, такие как стеклянные за 69. Ну, как-то я... Пилочки мне пока не нужны, поэтому я не стала брать. Изначально вы видите, какая-то тоже немаленькая там стоимость. Давайте покажу информацию. Кисть веерная. Вот такая информация. Ну, можно для хайлайтера, можно, наверное, я знаю, многие, как бы вот если тени осыпают, с подобными кистями, ну, как бы стряхивают осыпавшиеся продукты. Такая информация. И давайте еще покажу, что я взяла уже не по скидкам. Вернее, я взяла со скидкой 20%, потому что у меня по карте скидка 15% в этом месяце. И так как я была до 12 часов дня, плюс 5% утренняя скидка. И я взяла вот такой набор. Он был в единственном экземпляре. Стоил 179 рублей. Но мне со скидкой, по-моему, обошелся в 143 рубля. Вот так он выглядит. Это у нас набор от Nivea. Как вы видите, в набор у нас входит крем для рук и бальзам для губ. Впереди праздники, и я как-то всегда стараюсь, чтобы дети от себя и учителям подарки делали, и воспитателям подарки делали. Ну и так у нас и друзья, и родственники. Поэтому я, ну, потихонечку стараюсь вот какие-то, знаете, подарочные наборы, может, какие-то небольшие сувенирчики покупать. Ну, чтобы не вышло так, что, например, я с кем-то встречаюсь, или к кому-то иду, или ко мне кто-то идет, а у меня совсем нечего подарить. И взяла такой наборчик. Скорее всего, он пойдет у меня на подарок. Сегодня его вот увидела и решила. Так, все у меня падает. Сейчас, давайте я его сюда поставлю. Последнее из покупок, что я вам покажу, это была вот такая милейшая просто хрюшка. Я на них давно смотрю, я не знаю почему, но меня очень вот эта шапочка прям привлекла. Посмотрите,
как вот прям настоящая шапочка с помпончиком. Я знаю, многие подобные шапочки носят, и мне такие шапочки нравятся. Но я мерила, мне просто, ну, те, которые я мерила, показалось, что мне не идут. Она с елочкой, там еще были хрюшек, много сейчас в подружке, но вот именно вот подобные хрюшки были еще в таком красном платьишке и с шапочкой как бы Деда Мороза. Стоила такая хрюшка 265 рублей. И мне со скидкой в 20% она обошлась в 211 рублей 86 копеек. Либо пойдет на подарок кому-то, либо на подарок, ну как вот дополнение к подарку моим детям. Потому что я еще кое-каких хрюшек купила. И так как деток трое, хочется, ну, если дарить, чтобы у всех, как вот дополнением к подарку, были хрюшки. Вот такая вот красота. Ну, мне миленькой показалось. Там были еще симпатичные хрюшки. Ну, вот почему-то меня больше всего вот такая зацепила. И взяла я новый журнал. Меня многие просили, ну, хотя бы быстренько показывать, какие акции есть в журнале. И поэтому давайте я покажу вам немножко, какие будут акции. Может, вас что-то заинтересует. И расскажу, что меня заинтересовало. И, кстати, я чуть не забыла показать. Вот хорошо сейчас штатив двигала и увидела. Еще вчера за 50 рублей достался мне вот такой гель для душа от Формона Тутти Фрутти с ароматом земляники. Вы знаете, эти гели, по-моему, неделю или две недели назад ушли в корзины. Я знаю, еще, по-моему, с апельсином и с киви были. И я, конечно, была удивлена, когда вчера заехала в один из магазинов и в отсеке, вот где товар со скидками, увидела гель. Так, у меня тут отлепился ценничек. Прям вот здесь сверху оранжевый ценничек 50 рублей было. Меня удивило то, что в магазине я была не с утра. Я поехала туда, наверное, уже, ну, около часу дня. И был вот стоял он около кассы в скидочном отсеке, этот гель. Было отчетливо видно, что он 50 рублей стоит. И меня удивило, что его никто не взял. У него очень приятный аромат. Как вы видите, здесь отличный объем 300 миллилитров. Вот такая информация. Мне от этой марки нравятся средства, те, которые я, по крайней мере, пробовала. Поэтому, конечно же, я обрадовалась, когда увидела этот гель. Изначально они, по-моему, 200 рублей такие гели стоили. Так, и покупки это теперь все на сегодняшний день. И давайте журнал с вами быстренько посмотрим. Вот такой журнальчик. Сейчас проходит в подружке фестиваль новогодних подарков и скидок. То есть, вот смотрите, если вы приобретаете с 1 по 31 декабря товар на сумму от... Сейчас я найду в магазине, на какую сумму. По-моему, от 999 рублей. Вот видите? То вам дается скретч-карта, вы стираете слой защитный, и там вам либо какая-то вот скидка может попасться на следующий месяц, который вы можете использовать, либо вот одна из таких хрюшек. И как я читала на сайте, по-моему, в интернет-магазине, если вы сделаете заказ именно подарочных наборов на сумму от 999 рублей, тогда вам именно хрюшка пойдет какая-то в подарок. Ну, опять-таки, если подарки есть в наличии. Давайте я вот так подержу. И вы можете поставить на паузу, кому интересно, и прочитать информацию. Я сегодня спросила, ну, нельзя ли показать, как эта хрюшка выглядит. В наличии была вот такая только хрюшка. Мне ее показали. Она, ну, конечно же, без кофе, без селфи-палки, то есть вот просто хрюшка в шапочке. И вы знаете, если честно, она была очень похожа вот по дизайну вот на эту хрюшку из этой серии. И у меня уже есть скретч-карта. Дело в том, что, если вы помните, я для своей сестренки приобретала
аромат от Эскады из лимитированной серии 50 мл. И сестренка сказала, что она хотела бы еще приобрести такой аромат только 30 мл для того, чтобы в сумочке носить. И так как у нее нет карты в подружке, то я ей дала свою карту. И вот она в выходные с утра ездила и купила аромат. И, соответственно, получила вот скретч-карту. И у нее выпала скретч-карта на скидку в 10%. Сестренка сказала, что ей эта скретч-карта не нужна, и отдала ее мне. Соответственно, я могу в январе, к примеру, пойти с утра. У меня на январь уже как бы, ну вот, сумма набралась на скидку в 15%, плюс 5% утренний, это 20%. И если я еще дам вот эту скретч-карту на 10%, у меня будет скидка, ну как бы вот разовая скидка, 30%. Я всегда это объясняю, но потом, к сожалению, вот знаете, например, рассказываешь, что купила с такой-то скидкой, объясняешь подробно, как такая скидка получилась, и в комментариях пишут, откуда у тебя такая скидка, такого быть не может, что-то ты там из серии сочиняешь. Поэтому я вот стараюсь подробно объяснить, что вот одна скретч-карта у меня есть. Потому что я не знаю, как я сама буду в этом месяце на эту сумму. Но набирать не буду. Дальше покажу. Давайте покажу. Выгодная цена. Тоже я вот так подержу. И тоже можно поставить на паузу и посмотреть товары, ну, которые идут. Причем товары идут по такой цене для владельцев карты подружка. Если у вас карты подружка нет, то вам вот за такую более низкую цену товар не пробьется, как я понимаю. Вот такая информация. Меня вот заинтересовал вот этот консилер от Эвелин. Но что-то я сегодня тестировала и, знаете, так и не подобрала оттенок. Такая информация. Ну, вы знаете, вся эта информация также есть на сайте подружки. У меня пока журнала не было, я смотрела именно на сайте. Давайте вот так покажу побыстрее. В целом, знаете, мне показалось, что даже вот с учетом скидки, ну, не прям бюджетные цены. И давайте покажу акции «Подарок за покупку». Как вы видите, акция от L'Oréal. Покупаете на сумму от 699 рублей. В подарок идет помада, кисть или косметичка. От Эпью. Идет вам за покупку от 849 рублей мицеллярная вода или гель для умывания в подарок. От Dove увлажняющий мусс для умывания в подарок при покупке на сумму от 399 рублей. От NYX стик иллюминатор в подарок, если вы покупку на 1100 сделаете. Чехол для инструментов в подарок при покупке продукции Morris на сумму от 599 рублей. Подводка для глаз в подарок при покупке продукции Art Deco на сумму от 799 рублей. Подарочный набор совершенства в подарок при покупке продукции Черный жемчуг на сумму 349 рублей. Я сначала хотела вот этой акцией воспользоваться, потому что мне нравится масло для умывания от черного жемчуга, оно у меня как бы уже наполовину использовано. Но вы знаете, вот если вот в подарок мицеллярную воду приятно получить, здесь в подарок мицеллярная вода и биби-крем входит в такой подарочный набор, то так как непонятно, какой оттенок у биби-крема, то я пока вот думаю. Потому что вдруг окажется мне неподходящий оттенок, и потом я буду думать, ну выкинуть жалко будет, буду думать, куда бы мне его сплавить. Дальше, при покупке двух продуктов Himalaya Herbals, косметичка с мини-продуктами в подарок. Это, как я вижу, набор такой же, как я в «Улыбке радуги» в подарок по акции получала. Ну, по крайней мере, по картинке выглядит точно так же. Крем-маска для рук в подарок при покупке продукции кафе «Мими» на сумму от 249 рублей. Термокружка в подарок при покупке продукции на сумму 649 рублей. Вот вы видите, какие марки, не буду я коверкать. И Estelle ухаживающее средство для волос от Estelle в подарок при покупке продукции на сумму от 549 рублей. То есть вот так прям особо меня никакая акция не заинтересовала. И дальше давайте с вами посмотрим. Есть 50% скидка на второй продукт. Выгодная пара. Тоже я вот так сейчас подержу.
И я надеюсь, что вам видно. Две по цене трех, как вы видите, тоже пинкап. Maybelline. Корейская, по-моему, марка внизу. Не буду коверкать название. Так, и вот еще такая информация. Бальзамы для губ 3, ой, 2 по цене 3, Nivea и Deco. Так, и что, давайте я вот так просто полистаю и покажу, что меня привлекло. В журнале именно, что меня, мое внимание привлекло. Я, правда, его не читала, я вот так быстро сама пролистала. Вот смотрите, мое внимание привлекла информация, что скоро появятся новые бальзамы, увлажняющие бальзамы для губ с ароматами из детства. Вот вы видите, да, здесь у нас Pepsi, Pets, Mentos, Jelly Belly. Ну, пока я спросила, сказали, пока еще нет бальзамов таких, что они их ждут. Ну, по крайней мере, в тех магазинах, где я была. Вот меня они заинтересовали. Не знаю, сколько они будут стоить, правда, но что-то новенькое. Ну, у Max Factor новинки появились. Я вчера в Instagram фото выкладывала. Мне показалось, что, конечно, цена, ну, как-то не бюджетная, скажем так. И что меня заинтересовало, я так понимаю, вот следующая лимитированная коллекция от Essence будет как раз вот новогодняя. Здесь я вижу кисть, хайлайтер, тени, вот что-то еще. Мне вот интересно, вот это что такое, шарик, что это, бальзам для губ или что? Меня сразу дизайн такой вот привлек. Хотя, наверное, вот это может бальзам для губ. Не знаю. Вот мне самой будет очень интересно вживую посмотреть. А кисть, мне кажется, там в ручке или какие-то блесточки, вот или что-то. Интересно и вживую посмотреть будет, и какие цены интересно будет посмотреть. И, по-моему, это все, что меня вот именно в журнале привлекло. Ну, как я уже сказала, я вот прям вот так быстренько все пролистала. То есть я ничего еще не читала, не рассматривала. Вот такие наборчики из серии, они сейчас не очень бюджетные, но я помню, что в том году их долго за 100, за 150 рублей потом продавали, когда все праздники прошли. Камера, видимо, память закончилась, поэтому продолжаю дальше с вами общаться. Не хотелось вот так, не попрощавшись, заканчивать ролик. Вот такие наборчики. Наборов сейчас много разных подарочных в подружке. Давайте все-таки быстренько пролистаем полностью. Приятные такие журнальчики. Всегда приятно полистать, посмотреть, почитать. У Catrice скорее, ну вернее, не скорее всего, значит, тоже будут новые лимитки. Но вот у Catrice даже не представляю, что там за лимитки могут быть. Вот такие вот разные наборчики. Вот такой набор, по-моему, 1000 рублей стоит. То есть они, не могу сказать, что прям совсем бюджетные. Я думаю, что все, что не распродадут, потом будут после всех праздников по желтым ценникам продавать. А то, что останется, пойдет в корзины. Ну, по крайней мере, так в том году было. Ну, и понятное дело, что если все разберут за полную стоимость, то ни по желтым ценникам, ни, соответственно, в корзины ничего не перейдет. Корея. Вот это, я так поняла, новая марка корейская в подружке. Ну, цены тоже, как и на всю корейскую косметику, не прям бюджетные. Такая вот информация. Такой наборчик тоже, по-моему, в районе 1000 рублей стоит. Вот детский наборчик.
Вообще я заметила вот последние месяцы, что народ очень активно и по желтым ценникам, это со скидкой в 50%, все активно разбирает, поэтому ну, в корзины не так много всего идет, потому что я так понимаю, что в корзины идет тот товар, который не раскупили по желтым ценникам. Вот такая информация. Как вы видите, вот новые магазины планируют открывать. Ну, вы знаете, я не знаю, как вот в подружках, которые где-то в центре или в больших крупных торговых центрах находятся. Я думаю, там и марок больше представлены, ассортимент, наверное, большой. Ну, вот в тех таких небольших магазинчиках, где я бываю, там, ну, у меня такое ощущение сложилось, что чем больше магазинов открывается, тем как-то, знаете, бедней ассортимент в тех магазинах, где я бываю. И это все, что я вам хотела показать в этом видео. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии. И до новых встреч, до новых видео.